мой дед прошел всю войну с самого первого дня, с 22 июня 1941 года, и закончил ее далеко от нашей Беларуси, когда освобождал вначале Будапешт, а потом Белград, и потом еще определенное время служил в Венгрии. И вот этот день для нашей семьи всегда был святым днем. Мы всегда обязательно старались собраться вместе. Когда мы были маленькие, дедушка брал меня, вначале мою сестру, потом меня на парад. И это было самое большое счастье — пройти в одном ряду с ветеранами.